Всем привет, дорогие мои друзья, хорошо вам настроение, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Железный Десант. Для тех, кто в танке, напомню, что это стратегия на Android и чем-то напоминает нам StarCraft. Ну что же, давайте приступим. И у нас здесь есть бонусы всякие. Ага, 55, не хватает. Ладно, хрен с ним. Так, а здесь у нас... Забираем, конечно же, награду. И тут у нас какая-то звездочка. По линии электропередачи в этой области нам должны передать важные данные, необходимые для победы. Нужно отбивать атаки и защищать точку, пока мы не получим сообщение. Цель уровня, ребята, простая. Защитить линию электропередачи. Я думаю, что мы должны с этим справиться. Разве мы не железный десант, ребята? Ну, в конце-то концов, а на самом деле. Сейчас будем проверять себя на прочность. Так. Не понял. А... Базы у меня здесь нету, что ли? Опа-на. А вот это вот нежданчик, ребята, для меня. Честно говоря, я думал, что мы будем расстраиваться. А тут у нас вот даются определенные юниты. И все на этом. О-оу. Слушайте, ребятушки, а такая миссия, помните, была в Старкрафте. Кто в нее играл, помните, да? Когда было нападение зерков, мы должны были удержать два моста. Я вот как сейчас помню, была такая миссия там. Вот, ну ладно, нам делать с вами нечего, придется как-то обороняться. Так, плевки тут вышли. Черт подери. Блин, я думаю, что здесь будет очень жестко. Потому что вы посмотрите, сколько их уже прет. Ого. Какой-то слабенький дрончик, вот это вы заметили, да? Который чинит мою турель. Не успел выйти, сразу сдох. Вау, поджигают их всех. Ага. Блин, ну та мина мне очень нравится, ребятушки. Мало того, что она под землей, ее не видно врагам, так у нее еще довольно неплохой массовый урон. Вот посмотрите сейчас, что будет. Жах, отлично бомбит. Вообще великолепно. Так, а где мой главный? Я что-то не понял. А? Ребят, где... Блин, пока я там смотрел на эту мину, у меня главаря моего завалили. Так, давайте делать высадку вот сюда. Хе-хей, щеглы. Вы на кого батон крошите, сосунки? Я не понял, а? Давай-давай, всех крошу. Опачки. Летуны появились, ребята, а это очень плохо. У нас кто против летающих? Ну-ка, вот это попробуем. Бам-бам, бомбит нехило. Ну, чувствую, сейчас мою турелечку-то завалят. Ракетную установку, точнее. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Все, разбомбили. Да, и я не могу ничего поставить взамен. То есть, вот сколько у меня в данный момент есть ресурсов, солдатов, юнитов. Все, больше мне ничего давать не будут. А это хреново. Блин, хоть какой-нибудь отчет бы шел. Когда мы там получим это сообщение, которое нам нужно ждать. Ура, какое ура. Никаких ура, будем драться до последнего. Так, давайте-ка вот так мы их сделаем. Пускай у нас будут звездные десанты. Ай-яй-яй, отходи, отходи, отходи. Сейчас тебя завалят нафиг. Так, а вы сюда подтягивайтесь. Ура. Ура, ура, ёпарсоты. Давай бомби, уракалка. Так, снайперов. Нет, снайперы нам сейчас не нужны. Оу, ты смотри. Блин, ну все-таки мина та шикарная. Ничего сказать плохого про нее не могу. Надо будет побольше таких закупить себе на потом. Смотрите. Тюх, жарит просто на ура. Вообще великолепно. Так, ох ты, ты смотри, а. Блин, ну вот эти гады, конечно, очень жесткие, очень мощные. И нахрапом их не взять. Ай-яй-яй. Все как-то у нас печально, потихоньку нас разбирают, и мы даже ничего сделать не можем. Не отстроиться, ничего. Вот только турели выставлять, и все. Там у нас как? Ой! Нет, мина сработала, замечательно. Мне приходится и там смотреть, ребят, потому что боюсь чего-нибудь упустить. Ну, готов. Вау-вау-вау-вау-вау! Ура, давай, бомби! О, вот это молодец, что бросил токсическую бочку. Насколько вы помните, она отравляет врагов постепенно. И причем эта лужа, которая лежит, она тоже действует какое-то время.
Отойди ты, елки-палки, не видишь, что ли, что тебя тут разбирают уже потихоньку. Стоит там, лыбится. Турелечка. Турель, конечно, хоть она и быстро исчезает, точнее, быстро заканчивается, но урон у нее довольно приличный. Так что стоит на нее раскошелиться, ребята, и потратить очки, чтобы, естественно, ее улучшить. Так. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Вот эти нахрапом бегут, уроды. Черт. Давай делать дрона. Дрон, лечи давай. Где этот дрон? Я его вообще не вижу. Я только достижения получаю. Избранники судьбы, надо же. Заработал. Черт, сейчас еще одну турель снесу. Смотрите, ребята. Все. У нас линия обороны все меньше и меньше и меньше. Фак. А, щет. Давай высаживайся, главарь. Разберись с этими олухами. Они меня достали уже после пса. Они обижают нашу базу. А ты где-то там прохлаждаешься. Черт подери, а, со всех сторон. Да где же отсчет времени? Сколько мне еще ждать-то придется, а? Да, неведомое количество времени. Отлично, сожгли. Одного гаденыша этого сожгли. Ну тут еще сверху две ползут, а? Такие жуки, уроды. Точно как ребята в Звездном десанте, помните, да? Там тоже были арахниды, еще там кто-то. Вот. Тут смесь, так скажем, еще Старкрафта. Это у нас типа зерги. Ну, на самом деле, это, конечно, совсем другая инопланетная раса монстров, но сюжеты почему-то схожи. Так. Пока, ребята, держимся, держимся. Ну, посмотрите, все-таки, какой мощный вот этот вот десант. Они хоть и солдатики, да? Так, давайте-ка вот так вот сделаем. Снайперов. Пускай у них очень большой дамаг и огромный радиус поражения. Это нам на руку. Ну. Да когда же вы закончитесь, а? Ё-моё, прут и прут. Без конца. Так, давай-ка сожги вот этих вот упырей. Так, главный. Что ты тут у меня стоишь, а? Давай в атаку. Блин, нет, отступаем. Слишком слабенькие мы почему-то здесь. Ой-ой-ой-ой, огнеметчик, давай сваливай нафиг. Оу, за ним такая шарага бежит. Слушай, а он довольно эту шарагу неплохо жарит, я смотрю. Ха-ха-ха. Не на того напали. Черт подери, да отойди ты. Ух ты, огнеметчик один практически справился с нашествием вот этих вот уродцев, бегунов. Хотя у них, по-моему, если не ошибаюсь, защиты нет никакой. Да иди ты отсюда, ну куда ты прешь-то? Неугомонный ракетчик, а? В общем, ребят, мы работаем с вами на два фланга, да? Здесь у нас прикрывает снизу, и наш главный в одну харю разбирается наверху. У меня сейчас, ребята, складывается такое мнение, как будто бы игра зависла на этом уровне. И он бесконечный, просто-напросто. Смотрите, прут и прут, без конца. Никакого времени я не вижу. Никакой шкалы заполняющей, чтобы знать, когда мы получим это радиосообщение. Ладно, будем с вами бомбиться до тех пор, пока у нас жив хоть один солдат. Хотя, я думаю, им достаточно разрушить вот этот вот маяк. И все, и хана, миссия провалена будет. Так, давай, давай, давай. Жарим, жарим этих уродцев. Блин, очередная шалупень бежит. Нет, ракетчик нам сейчас здесь не нужен. Вау, разобрались. Так, пехота, давайте вот этих дурников тоже бомбите. Турель нам в помощь. Там наверху пока тихо. Давайте вот этих вот гаденышей разберем. Интересно, еще какие-нибудь пойдут у нас тут? Плевуны бегут, а? Давайте-ка, наверное, парагона нет. Уберем лучше его сюда. Пускай они подбегут поближе и их турели там расстреляют. Ага. Все, с этими разобрались. Внизу, по крайней мере, чисто. Вот еще два хламона у нас здесь. Да неужели? И года не прошло, ребят. Ух. Так, довольно неплохой, кстати, реверт мы получили.
Мы даже, наверное, сможем что-то с вами купить. Да не буду я сейчас ничего оценивать. Так, давайте-ка здесь посмотрим. У нас с вами есть 3 очка. Давайте-ка, наверное, мы парадокс. Давайте здесь изучим. Да, все 3 спустим. Так, что здесь у нас? 450 у нас вот этих вот жетонов. Мы, в принципе, много чего можем купить. Но я думаю, что, наверное... Так, учебный лагерь. А здесь у нас удваивает бонус к скорости добычи на заводах. Дополнительный урон. Так, отлично. А здесь у нас что? 145 очков. Это маловато, ребята. Мы вообще ничего не можем купить, кроме Этерия. Так, здесь забрали свой реворд. Ну что, у нас с вами основная сюжетная миссия. Вот она. Мы установили контакт с империями. Союз с ними крайне важен для борьбы с фелами. Корабль посланницы империев из-за метеоритов потерпел крушение на территории врага. Нам помогут ее стражи. Отыщите посланницу, проводите ее к спасательному шаттлу. Я думаю, что проще некуда. Будем потихонечку приступать. Защита уменьшает количество повреждений от большинства атак. Ну это понятно. Хотя огнеметчик, он игнорирует защиту. Ого. Что это у нас за шаттл такой прилетел? Да ладно, ну хватит издеваться. Опять какая-то миссия без базы, да, получается? Отыщите место крушения посланницы. Хотя, ребят, подождите, еще не все потеряно. Мы же можем с вами отыскать базу. Что это такое у нас? Ёлки-палки, метеоритный дождь, что ли? Вот это жесть. Это очень жестко. Да ну нафиг, я только начал играть, у меня уже практически все покоцанные. Как вы предлагаете, я здесь должен справляться? Да, вот эти ребята, конечно, очень быстро бьют. Вы посмотрите, у них скоростная просто атака. Страж. Умелые инопланетные воины, вооруженные духовными мечами. Удивительная быстрота и боевые навыки превращают их в неуловимый смертельный вихрь. Ближний бой, только наземные цели и высокая скорость атаки. Слушайте, ну скорость атаки у них действительно неплоха. А вот как насчет летунов? Ай-яй-яй-яй-яй, летунов никто не может. Только мой парагон может их достать. О, тихо, ребят, у нас идет захват. Это что за кикимора что прилетело, а? Ё-моё. Какая-то, блин, муха навозная. Инопланетная. Да когда же мы захватим-то, ё-моё, а? Ну что за фигня? Блин, мне эта база, честно говоря, уже бесит. Надо ее уничтожить. Отлично. Так, осталось здесь 2 летающих... Ублюдка. Сейчас мы быстренько разбомбим. Где турелька моя? Выставляем ее. Сейчас они пожалеют о том, что они сюда вообще прилетели. Ну, захват. И... Что еще за... Кто это такой? Так, давайте, наверное, мы с вами... Огнеметчика вызываем. Все. Пускай он будет тут жарить их всех. Но также есть большой минус у огнеметчика. Он не может бить воздушные цели. Поэтому для них он просто ничто. Так, давайте-ка мы поставим, наверное, с вами турельку, да, как вы думаете? Черт, ну ничего мы не поставим, у нас не хватает этого этериума. А где мы его будем брать? Нигде, ждать, пока он не накопится сам. Но это, наверное, очень долго нам придется ждать. Так, турелечка пошла. Валим эту навозную муху. Такая уродина. Какими-то шариками бросается еще. А, при смерти она еще... Вот, турелечка. При смерти она распадается еще на 2 маленьких уродца. Предлагаю почитать про нее в Википедию. Давайте-ка глянем. Мать скверны. Огромная королева, которая летает над землей и мечет яйца. Создает лужи едкой слизи, от которой почти невозможно избавиться. Неудивительно, с таким матриархом фелы и должны быть злобными. Да, это точно, атакует с воздуха. И при смерти вызывает 2 крыльцов.
Понятно. Как же Этериум долго копится, а? Давайте мы немножечко с вами сделаем разведку. Вау. Метеоритный дождь продолжается. Причем... Ох ты! Классно, нифига такая бандура. Ее интересно, можно уничтожить, нет? Вот этот вот камень. Слушайте, ребят, по-моему, нельзя. Он просто как метеорит здесь обозначен. Черт подери. По идее, надо мне туда подвигаться. Ну, оу! От этих ядер, стой не стой, они все равно будут бомбить. Черт подери, а! Да ладно, хорош! Ё-моё, блин, еще это скверно летит, блин. Мать скверно. Так, там на меня плевуны. Давайте сюда немножко сместимся. Ну давай, Парагон, не тупи. Можем кого... О, турельку можем мы с вами сделать еще одну. Только я не знаю, нужна ли она там сейчас, в данный момент. Мы с вами вроде как уходим уже. Причем довольно далеко. Так, ладно, всех берем, погнали. Что ты там стоишь, а, жиробас? Своей кислотой стреляет, гаденыш. Валим его, валим быстренько. Отличненько. Так, смотрите-ка, что это у нас здесь. Хорошо хотя бы по моей базе не стреляет, да, ребят? Хотя вон кто-то бомбит. Я не вижу, правда, кто. Видите, кислота. Ну-ка, дайте-ка я на разведочку сейчас свой десант пошлю. Ты чмошница, а? Давай, уничтожай ее. Отлично, все. Так, ну а мы идем с вами далее. А где космический корабль? Мне хочется это знать. А, вот, 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 ребятушки. Ну-ка. Че сосунки докопались до дамы? Отведите посланницу к аварийному шаттлу. Аварийный шаттл, это где у меня? Это, наверное... А, откуда мы с вами начали? Вот. Сейчас мы здесь захватим, подождите секунду. Ха-ха, ну. Так, давайте-ка вот так сделаем, для начала. Никто не пройдет. Хе, чувак стоит, смотрите. В пиджачке. Эй, дружище, пошли с нами. Ага, он здесь просто так нарисован. Ну и дурень. С нами было бы тебе хорошо. Так, ну что, давайте их уничтожать. Летунов. Достали они, если честно. Что-то их тут слишком, по-моему, много, а? Где этот чертов метеоритный дождь, когда он нужен? Он идет, но почему-то не там, где надо. Так, ребята, у нас с вами защитное поле стоит. Это уменьшает дамаг. Так, нам нужно эту девушку сопроводить вот сюда. Понятно. Причем путь довольно такой, знаете, заковыристый. Оу, преградили путь даже. Кто это, что за чмошники, а? Блин, они довольно крепкие, а? Посмотрите-ка. Так, давай, 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 давай. Не будем стоять, продвигаемся. Да что же вы там стоите-то? Видите ли, ждут особого распоряжения. Так, давайте вот этих вот говняков валить всех. Мне главное, чтобы эту марсианку не завалили, ребята. Я чувствую, если ее грохнут, то миссия будет провалена. И это все заново придется. Нет уж, будем прорваться. Так, давай, давай, давай. Ох, со всех сторон зажимают. Причем довольно-таки сильные монстры уже пошли. Всю элиту сюда засунули, гады, а? Все. Моей подмоги крышка пришла, ребята. Остался только я и марсианка. И причем марсианка не может даже атаковать. Она просто вешает на себя какой-то щит. Давайте-ка мы ее отправим наперед, вот сюда вот. Пускай она идет, а мы пока здесь, наверное, с вами задержим. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Это что, было специально сделано? Смотрите. Со всех щелей вылазят упыри. Монстры.
Давай, давай, беги, 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 родная. Тут до шаттла осталось шижда не шиша. Давай, родная. Так. Оу, да ладно, это специально уже сделано. Смотрите, ребят. Блин, лишь бы добежала. Оу, давай, родная. Есть. Так, достижение, ребята. Пробуждение силы. Прям как джедаи, блин. Смотри, 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 какой наплыв идет. Опа-на, вы видели сейчас только что? Какой-то чудик забежал, блин, в этот, в шаттл, маленький. Ладно, новое достижение героя. Ну что же, мы прошли с вами миссию, и давайте приступать к следующей. Так, подождите, надо забрать вначале все бонусы, да? Ох, парагон. У нас 4 очка, ребята, есть. Так, давайте-ка мы с вами, наверное, вот так вот сделаем. Подхил нам всегда нужен, да? Блин, новые герои. Но они уже за бабло, как видите. Трабуко, Доктор Граф, Марк Икс, Аякс, Дарвин, Шатра. Ну вот это вот явно уже, ребята, как из Старкрафта. Ой, были бы деньги, может быть, я и купил бы, конечно, героя какого-то новенького посмотреть, но пока нету. Так, что мы можем здесь приобрести с вами? Да ничего пока, нам здесь не нужно. Так, сколько? 850 очков у меня. Давайте-ка мы вот это вот. Да, почему бы и нет? Локаторы и генераторы. Старкрафт, даже здесь, видите, ребят, написано Старкрафт. Заводы оборудованы лучшими локаторами и генераторами щитов. Окей. Так, и у нас с вами очередная дополнительная миссия, даже две их. Мы обнаружили на заброшенной базе кучку колонистов. Они еще борются за свои жизни. Увы, телепорт разогревается довольно медленно. Отправляем боевую группу для защиты колонистов. Цель уровня. Защищайте колонистов, пока все они не телепортируются. Так, опять что-то знакомое у нас, ребят. Мне такое впечатление, что будет наподобие первой миссии, которую мы с вами проходили здесь. Только вместо спутника мы будем защищать, да, вот этих вот чувачков. Как раз три подхода здесь у нас, да? А, даже четыре. Ладно, давайте защищать. Они, надеюсь, они будут хотя бы сопротивляться. Такие обложились, да, ребята? Мешками. Всякой ерундой, чтобы типа к ним не добрались. Турелечка моя, давай, родная. Поджарить их сосунков. Блин, парагон, я тебя вроде бы раскачал довольно хорошо. Я тебе сделал подхила. Так, надеюсь, ты у меня выдержишь это суровое испытание. Да, ребят, это в данный момент у нас не основная миссия. Это как дополнительная, где мы с вами будем зарабатывать очки. Ну и всякие бонусы. Так что неважно, можно здесь даже и проиграть. Но нам этого не нужно. Будем с вами стараться пройти. Так, давай. Ну, пока вроде бы нормально. Турельку вот сюда вот. С двух сторон гады прут. Мне такое впечатление, что скоро со всех сторон попрут. Во, уже с трех. Смотрите, летуны пошли. Ну, давайте, давайте, ребятушки, отбивайтесь. Не стойте там и не тупите. Блин, ну вот здесь вот уж слишком как-то близко, я считаю. Прям вон, вражеская базенка здесь. Откуда они прут, я имею в виду снизу. У нас опять же здесь никакого нету отсчета времени или индикатора, который покажет, сколько нам нужно продержаться. Опять все будем делать это наугад на ощупь. Воу-воу-воу-воу. Зомбарь, потише, потише. Мне бы сюда какое-нибудь подкрепление. Я бы не отказался бы от пару огнеметчиков, наверное, да? И парочку ракетчиков. В принципе, мне этого бы хватило. Я бы их послал по периметру. 2 на 2. И все. И была бы здесь у меня такая оборона жесткая. Никакой бы гаденыш не прошел. Нет, все-таки не зря я парагона улучшал. Он держится довольно хорошо.
турелечка нас прикрывает. Оп, зомбарик прилетел. Второй вместе с ним. Ладно, это смертники. Сразу их будем разбирать. Турельку обязательно. Турельку надо ставить, она идет как вспомогаловка. Жаль, у меня, конечно, нету ни мин. Так, исследуйте местность на юге. Не понял. Так, ребятушки, здесь мы все сделали с вами. Видимо, будет не одна такая база, которую нужно защищать. Поехали. Так, что это у нас тут здесь такое? Ага, защищайте колонистов на юге. А где колонисты? Я их не вижу. А вон, стоят. Хорошо, будем здесь их прикрывать тогда. У нас выбора с вами нету особого. Так, турелька у меня, если что, готова. Блин, давайте сюда ее влепим. Пока прут с двух сторон. Ладно, это чуть терпимо. Да чего на мою турель-то напали, а? Зомбоящики. Так, опять достижение получаю. Облачно, возможно, осадки в виде... В виде чего? В виде люлей для этих монстров. Так, что вы тут распылялись по мне, а? Давай, иди сюда. Я не знаю, ребят, вторую, наверное, миссию дополнительную мы проходить не будем сегодня. И хотелось бы мне верить, что она все-таки за нами сохранится до следующего захода в игру. Можно было бы, наверное, и без них, конечно, проходить основную сюжетную линию. Но, я так понимаю, нам нужно развиваться, раскачивать своих персонажей, новые скиллы. А для этого, естественно, нужно проходить дополнительные миссии, чтобы получить очки и всякие бонусы. Без них мы никак не заработаем. Давайте. Оу, смотрите, смотрите, какой пошел хороший наплыв этих мутантов. Стоят, стоят там. Блин, вот этому парагону, знаете, чего не хватает для полного счастья? Телепортации. Чтобы, например, если где-то есть заварушка, он туда не добирался вот так вот медленно, а нажал бы, и он туда телепортнулся бы, и прям в гущу событий. Да, было бы довольно хорошо. Но когда же вы, гады, закончитесь? Я думаю, что сейчас еще, наверное, будет третья база для лучшей пропорции игры. На двух базенках стопудово они не закончат. А в принципе, нам-то все равно. Здесь довольно просто, мы всех разбираем. По-моему, все, закончили, да? А, нет. Идут шалопаи. Блин, прикольно так сделано, да, ребят, смотрите. Маленький телевизор там стоит. С древним еще этим видеомагнитофоном. С кассетным. Даже кассета рядом валяется. Офигеть. Какая-то свалка здесь, видимо, была. Они все это из металлолома тут сделали. Что нашли, короче, из того и сделали. Ну что вы тут разгулялись, а? Слушайте, а вот этот скилл тоже довольно неплохой, который душу вызывает. Исследуйте местность на востоке. Ну, ребят, я об этом вам и говорил, что будет еще третья база. Хорошо, бежим на нее. Опа, 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 куда вы вышли? Да, ох ты, а бьют-то они довольно нехило, вы посмотрите. Если бы не мой подхил, я вряд ли бы справился без этого. Тем более в одно лицо, как видите. И турелечка, конечно, помогает очень сильно. Так. Блин, очень мало хп. Да ладно, вы издеваетесь, что ли, блин? Такой чувак, да, какой-то голем. Четыре лапы. Да, жарит неплохо, неплохо. Не поспоришь. Ну и в то же время разбирается тоже довольно хорошо. Идем с вами далее. Вот мы и дошли. Ох ты, мы должны против вот этих вот упырей теперь защищаться. Ладно, давай, железный десант, не подведи меня. Готовы.
Защищайте колонистов на востоке. Понятно. И опять они тут прут. Давайте-ка их покрошим всех на винегрет. Отлично. Так, летуны, я смотрю, там появились сверху. Но солдатики вроде бы справляются. О, опять летят. Так, мы, наверное, будем с вами в этой точке стоять. Блин, теперь снизу прут, а? Не получится постоять, но... О, воу, тихо, тихо. Зомби тут со всех сторон прут. Так, давай турель вызывать. С турелью как-то поспокой... О, смотрите, этот четырехлапый прет. Идет. Так, там летуны. Но здесь, в принципе, пока все нормально. Должны они там у меня простоять. Вот этого вот олуха надо шибануть обязательно. То, смотри, он тут нам сейчас будет проблемы очень большие создавать. Зомби появился, ладно. Турель с ним, в принципе, разобралась. Надо, наверное, нам подхилиться вот здесь. Насколько я помню, когда мы хилимся, наши юниты тоже хилятся. Да, смотрите, наверху он, солдатик. Опа-на, подхилился, отлично. Хотя, может быть, он сам по себе хилится. Фиг его знает, а не от меня. Ну, давайте, быстрее, блин, разобрать вас всех и пройти эту миссию. Так, четырехлапый подошел. Точно напоминает мне почему-то какого-то, знаете, каменного голема. О, все, по-моему, ребята. Мы прошли эту миссию и достижение братья по оружию получаем. Шикарно. 23 уровень я получил. Так, ну что, ребятушки, давайте посмотрим, что мы можем с вами изучить новенькое. У меня 1400 очков, и, конечно же, их нужно куда-то потратить. Ну, давайте так сделаем. Так, подожди, может, еще что-нибудь возьмем? Погоди-ка, 1400... Так и осталось, а почему? Я же вроде приобретал себе. Ну-ка, давай-ка еще раз проверим теперь. Слушай, ничего у нас не покупается, не приобретается. Ничего-то я не догнал. А, вот как надо было делать, ё-моё, два раза нажимать, а я... Оу. Так, давайте тогда StarCraft с вами улучшим. Так, что здесь? Ксенобиология. Угу, вот это нам тоже нужно обязательно, ребятушки. Так, и здесь у нас 445 монет. Ох ты, классно, давайте вот это возьмем. Ледяная боеголовка. Бомба, наполненная жидким гелием 3, охлаждающая воздух вокруг себя почти до абсолютного нуля. Пораженные враги и здания застывают на несколько секунд. Конечно же, ребята, будем брать. Ну а на этой ноте, дорогие мои друзья, я буду завершать свое видео. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Если что, лайкусик, завидусик. И мы с вами обязательно увидимся уже в следующей серии. Продолжим играть в эту замечательную игру. Так, у меня еще 3 очка есть. Да, я их, наверное, сюда все и волью. Вот так вот. Ну что же, всем пока. Удачи вам и до скорых новых встреч, ребята.